Придуралье, недалеко от границы Европы и Азии, лежит город Кунгур, издавна привлекающий внимание путешественника. Его история насчитывает более 3 веков. Известен он как город мастеров и древний торговый центр. А удивительное своеобразие природы, старые горы в его окрестностях складывались тысячелетиями. Состоят эти горы из мягких пород, известняков и гипсов. Время и вода изо дня в день неутомимо прокладывали подземные ходы и гроты, ваяли причудливые скульптуры в недрах. Это явление получило название карста. Знаменитая Кунгурская ледяная пещера. В любое время года собираются здесь туристы. Гораздо менее известно другое природное явление. Рассказывает кандидат биологических наук, доцент Пермского университета Тамара Петровна Белковская. Многочисленные туристы, посещающие пещеру, вряд ли знают о том, что растительность ледяной горы, а также расположенных ниже по течению Спасской, Подкаменной, Греховской гор, не менее замечательна и уникальна, нежели подземные красоты пещеры. Один из первых исследователей Кунгурской островной степи, академик Сергей Иванович Коржинский, назвал Кунгурскую лесостепь замечательным ботаническим феноменом Придуралья. Вы ожидаете увидеть на этих широтах тайгу, темнохвойные леса, а видите ковыль, символ степей. Да, настоящая степь в таежном крае. Темнохвойные леса уступили место светлым сосновым барам и березовым колкам. Это Кунгурская лесостепь, самый северный в Евразии участок ковыльной степи. Какова же причина появления в тайге острова степной растительности? Предполагают, что тот же самый карст, который подарил нам Кунгурскую ледяную пещеру. Карстовые явления иссушают почву, позволяя воде уйти глубоко в недра, и тем самым создают особый микроклимат для произрастания степных растений. Когда они пришли сюда, степные растения? Одни сразу после Великого ледника, около 10 тысяч лет назад. Другие 4-5 тысяч лет назад, когда климатическое потепление раздвинуло границы степей далеко к северу. А карст, очевидно, задержал степь, когда климат Земли вновь посуровил. Глазу уральца такое буйное и пышное цветение непривычно. В течение лета палитра ковра несколько раз меняется. В Кунгурской лесостепи уживаются растения разной географии. Вот солнцецвет монетолистный, растение южных европейских степей. А рядом растения из Сибири, копеечник сибирский, шалфей степной. Горец альпийский, аносма простейшая. Каменистые склоны
приютили 8 видов полыни. Они тоже сибирского происхождения. Это соседство объяснимо. Сибирь, вот она, за горами. Но наиболее интересны реликты и эндемики, многие из которых занесены в Красную книгу охраны природы. Реликты – растения, когда-то широко населявшие планету, а потом вымершие и сохранившиеся только кое-где, в небольших количествах. Их возраст порой исчисляется в миллионы лет. Давайте приглядимся к самому редкому и уникальному жителю этих мест – острогал кунгурский. Нигде в мире больше не растет. Да и здесь, под пологом древних горных сосняков, его всего 1000 корней, только 1000. Происхождением он из пустыни. И хотя живет теперь за много-много верст от нее, циклом его развития будто все еще руководит пустыня. Выходит он из-под снега ранней весной, быстро развивается, спешит отцвести и дать семена до зноя. Острогал кунгурский занесен в Красную книгу. Каждый год на Спасской горе работают ботанические экспедиции Пермского университета. Мы исследуем популяции редких видов, их состояние сегодня и прогнозы на будущее. Разве не интересно всмотреться в эти, на первый взгляд, ничем не примечательные злаки? Овсец пустынный, пырей отогнутоостный. А дошли они до нас, почти не изменившись с ледникового периода. Тогда, при великом леднике, они были так же обычны, как сегодня в степи ковыль и типчак. Сейчас мы увидим еще один эндемичный вид – острогал уральский. Он растет всего в 6 местах на Урале, а в кунгурской лесостепи он обитает только на склоне горы Колоколенко. Вот он. Патриархами Спасской горы являются липовые леса. Есть гипотезы, что где-то в здешних убежищах пережили самые стойкие их прадеды великую зиму и расселились пошире с отступлением ледника. Возраст кунгурских липников – миллионы лет. Вам, наверное, приходилось видеть это крупное растение из семейства зонтичных. Это лазурник трехлопастный. А знаете ли вы, что он тоже реликт третичного периода, ровесник лип, и чаще всего встречается рядом с ними? Вызывает удивление здесь, на Среднем Урале, и мощные в несколько обхватов ильмы, вид вязов. Каждое сохранившееся дерево заслуживает самостоятельной охраны. Середина июня. В полном цвету многие уральские растения. А наш знакомый, острогал кунгурский, разложил у самой земли легкие плоды с семенами. Подсыхая, они раскрываются. Дуновение ветерка отрывает их от материнского растения и несет по склону, как перекати поле. Нелегко живется нашему острогалу вдали от своих пустынных родичей. Сильна конкуренция со стороны более приспособленных соседей. Поэтому-то популяция его и остается неизменной, только 1000 корней.
О кунгурском феномене пишут, его исследуют. И люди все чаще приходят сюда не просто отдохнуть, а приглядеться к уникальности этих мест. Ведь почти каждое третье растение здесь – реликт. А реликты, как говорят ботаники, это верстовые столбы истории Земли. Они помогают восстановить и прочесть ее страницы. Поэтому Кунгурская лесостепь – это замечательный музей природы. И отношение к нему должно быть бережное, как к музеям. Здесь нельзя пасти скот, заготавливать сено, лекарственные травы. Но приезжая сюда каждый год, мы с болью в сердце видим следы бездумного отношения к этой сокровищнице. В настоящее время Спасская Подкаменная горы, являющаяся сосредоточием редких реликтовых и эндемичных видов, взяты под охрану закона. Специальным решением облисполкома они объявлены памятниками природы. Однако реализация этого решения, проведение его в жизнь, зависит не только от усилий специалистов, соответствующих органов, но от усилий всех нас, всех, кто любит природу, кто заинтересован в ее сохранности на долгие годы. В Пермской области взято под государственную защиту более 60 памятников уникальной растительности региона. Газета «Правда» 27 июня 1981 года.